Здравствуйте, вы тут? Я тоже тут. И прямо сейчас я буду смотреть выступление, которое мне порекомендовали. Правда, к сожалению, оно в плохом качестве, но это то, что мы имеем. Если у вас есть ссылка на это выступление в более хорошем качестве, скиньте мне, я вряд ли уже засниму реакцию, потому что я это уже посмотрю, но, может быть, я смогу сама посмотреть это в более хорошем качестве второй раз, почему бы и нет. Это, в общем-то, выступление группы Stace 2020 года на Кейконе, и они выступали с кавером на Ду-Ду-Ду от Blackpink. Я, в общем-то, люблю Ду-Ду-Ду от Blackpink, правда, я... Хотя нет, это не она у меня на будильнике стояла, и потом она мне надоела. У меня стоял этот whistle. Вот, так что Ду-ду-ду мне вообще никогда не надоедала. Она мне всегда нравилась. И еще Stray Kids на нее делали каверы. Кто только на нее не делал каверы. Я люблю различные каверы на Blackpink. Мне нравится, как разные группы по-разному интерпретируют песни. Да, так что я очень рада, что мне порекомендовали что-то, на что я, возможно, сама бы не наткнулась, но мне интересно это посмотреть. Что касается группы Stace, знаю только парочку их самых популярных песен, не разбираюсь в участницах, вообще не знаю, что у них за спиной, ничего, не знаю их истории, так сказать. Знаю, что у них хороший вокал в группе, и вообще они довольно прикольные, но это... Все, на чем ограничиваются мои знания, так что предлагайте мне их контент, еще какие-то каверы, их бисайды, какие-то клипы, которые я, возможно, не смотрела. Предлагайте, пишите. Я об этом узнаю поподробнее. А пока что мы просто посмотрим это выступление. Подождите, а почему здесь написано 2020, а тут написано 2022? Может, это все-таки было 2022, и я запуталась. А мы сейчас это узнаем. Мы посмотрим, когда это видео выложили. Смотрите, какая я умная. Все комментарии новые. Можно предположить, что это новое видео. Да. Вот такой вот я Шерлок Холмс. Хреновый. Так, сколько вообще участниц у нас? 6? Пока что она звучит похоже на оригинал. Конечно, слышно, что голос другой, девочка другая. Но сам стиль песни не похоже, чтобы сильно поменялся. И манера исполнения тоже похожа на оригинал, мне кажется. Мне очень нравится голос их рэперши. Может, у них еще есть рэперши, но мне нравится ее голос конкретно, девочки, которая была до этого. Вот, например, она. Ее голос мне тоже нравится, но у предыдущей больше. Ой, очень приятный голос. Ой, вот это вот туру-ту-ту-ту-ту-ту, я не уверена, что такое было в оригинале, это мило. Ой,
Ой, какая красота. У нее там что-то в сережках, ой, в сережках, в наушниках было написано. Не могу понять, что там написано. Возможно, я немножко слепая. Красивые девочки. А, мне что-то включили. Мне что-то включили. Что я прямо сейчас... Что я прямо сейчас не готова смотреть. Помогите. Что я могу сказать по поводу этого выступления? Сейчас, подождите, я перемотаю обратно на него. Очень классное исполнение, абсолютно на уровне. Я даже скажу, не хуже, чем оригинал на самом деле. Ну, как по мне, да, на мой личный вкус, да. Не нужно на меня сейчас с кулаками, фанаты Blackpink. По-моему, отлично девочки поют и рэп читают тоже замечательно. Единственное, чего мне не хватило, это немножко, может быть, я надеялась, что... В исполнении другой группы эта песня, возможно, приобретет какой-то другой окрас. Она звучит немножко по-другому, конечно, точнее, она звучит по-другому. Это исполняют другие люди, и аранжировка тоже немножко другая, но в целом стиль не сильно поменялся. И я бы сказала, это как обычная версия, только более милая. Я просто избалована Stray Kids, которые на Kid'ами поменяли наполовину песню и сделали ее практически своей песней. Поэтому я такая придирчивая. Но на самом деле очень классно и очень интересно посмотреть, что еще делали эти девочки. Стейси, правильно говорить. Стейс — это мы, фандом Stray Kids, неважно. В общем, скажите, как правильно произносить название группы для начала? Какие вообще интересные факты о них, об участницах, об чем-то еще? Может быть, есть какое-нибудь шоу с ними, которое вы рекомендуете посмотреть? В общем, мне все интересно, я думаю, они классные. Особенно девочка, которая читала рэп первой, и девочка, которая пела потом. Сейчас я скажу, какая. В беретике. Вот эта девочка в беретике, мне очень понравилось, как поет. И вот эта девочка, мне очень понравилось, как читает рэп. Скажите мне их имена. Но на самом деле все очень классные. И танцевали они тоже отлично. И пели отлично. Просто вот единственное, не хватило мне какой-то чуть-чуть изюминки, чтобы я поняла, да, вот это их стиль. Кроме того, что, возможно, у них есть такой вайб, как бы крутость и милота одновременно. Что-то такое я от них... почувствовала, напишите, права я или нет, и вообще пишите, разговаривайте со мной, мне одиноко. Это все немножко коротенькая реакция, я уже привыкла тут по часу снимать, но вот так вот на этот раз. Всем спасибо, до скорой встречи.